А теперь к новостям спорта. Славянская федерация настольного тенниса считается одной из лучших в крае. А прекрасная материальная база позволяет проводить в нашем городе соревнования как краевого, так и всероссийского уровней. На прошлой неделе детско-юношеская спортивная школа «Юность» стала местом проведения чемпионата Южного федерального округа по настольному теннису. На торжественном открытии соревнований спортсменов, тренеров и болельщиков поприветствовали глава Славянского района Роман Синеговский, председатель Краснодарской краевой общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта Кубани», заслуженный тренер СССР и России Алексей Барабанщиков, пожелав участникам яркой игры и, конечно же, победы. В чемпионате приняло участие 130 спортсменов из Ростовской, Волгоградской областей, Республики Крым, Адыгея и Краснодарского края. Соревнования проходили в течение нескольких дней. Сначала были определены победители командных игр. Так, среди женских команд победу одержала сборная Краснодарского края. В состав команды вошла спортсменка, которая тренировалась в юности, Виктория Серебренникова. На втором месте сборная Республики Крым, на третьем – Ростовской области. Среди мужских команд лучшей стала сборная Краснодарского края, в составе которой играет славянский спортсмен Руслан Черкис. На втором месте сборная Республики Адыгея, на третьем – Республики Крым. Команда победителей представит Южный федеральный округ на всероссийских соревнованиях.